ребят, я не знаю, честно говоря, давайте посмотрим. Смотрите, там какой-то портал или что это такое, а? Ребята, что это такое там крутится? Так, давайте запрыгивать. Оп, аккуратно, аккуратно, машинка. Фух, так. Да, смотрите, какой-то портал, реально, ребят. Смотрите, ребята, что это такое? Ну, давайте заедем. Ух ты, победа, да? Всем привет, друзья! Вы на канале Funny Games TV! Я вас поздравляю! У нас на канале очередная серия сумасшедших машин, сумасшедших тачек Crazy Cars 3D. И сегодня в этой серии мы будем копить с вами вот на этот джип. На этот джипик, смотрите. Я не знаю, это джип наполовину трактор какой-то. 50 тысяч нужно, ребят. А у меня 34. Ну что, давайте сразу же отправляемся собирать наши деньжата. Так, и что, начинаем. Так, едем, собираем потихонечку. Ой, какое начало у нас. Сразу сбиваю эту бетонную. Ой-ой-ой, стойте. Только чуть не врезался опять в эту стену. Так, управление, надо привыкнуть к управлению. Я давно не играл уже в эту игру, ребят. Да что такое, все эти бетонные заграждения сбиваю. Также вообще нечестно. Ух, давайте попробуем. Нет, ну пожалуйста. Надо же так вот взять и так четко перепрыгнуть этот островок, а? Ну, так только я умею, ребят. Так только умею я. Запомните. Никто так не сможет. Только я так смогу. Взять и перепрыгнуть. И не взять ни одной красной канистры, а? Ну что такое? Так, ну ладно, продолжаем. Давайте берем эти, собираем все зеленые канистры. Собираем наши деньжаты. Так, машинка потихоньку. Нам нужно собрать где-то в районе 16 тысяч, да, получается? Примерно, да, 16 тысяч, ребят. Давайте аккуратненько попробуем сегодня, не спеша, не будем никуда торопиться. Попробуем насобирать, купить этот джип, попробовать его в деле, как он. Ну так, вот такой, может, небольшой, быстрый обзорчик. Так, давай потихоньку так перепрыгиваем. Ох, вы помните, что сейчас эта скала начнет у нас двигаться? Я предлагаю обхитрить ее и перепрыгнуть. Есть! Да, мы успели, ребята, мы успели! Только не падай, машина, ну пожалуйста! Ну куда ты полетела? Я же успел! Ах, вообще нечестно. Хотя мне начнут сейчас опять в комментарии писать, что все честно. Нет, нечестно, я перепрыгнул уже, и машина у меня взяла и улетела вниз. Так, машинка, пожалуйста, только не улетай. Ух, почти на колеса, а? Ну зачем? Одну жизнь с вами потратили, да, ребят? Ну ладно. На жизнь, это ничего страшного. Так, надо было... Ну ладно, давайте прямо теперь поедем. Надо было, конечно, туда поехать, направо. Ну давайте прямо тогда. Хотя там очень много денег, там очень много канистр. Ну хорошо, хорошо, попробуем здесь с вами. Так, только вот на... Ну только... Пожалуйста, не падай. Крутись, вертись, но не падай, нет. Ну как же так, а? Ну что ж такое? Да что такое? Только сел записывать, и обязательно кто-то позвонит, а? Ну что такое? Кому я нужен вечно, когда я сижу записываю, а? Ну что такое? Невезение. Да! Алло! Все, я здесь, ребята. Так, давайте, ладно, продолжаем. Так, куда поедем? Давайте направо. Да, мне позвонили, говорят, я срочно кому-то нужен. Я говорю, не мешайте мне. У меня срочные дела. Мне нужно играть. Да, прикиньте, так сказал. Мне нужно играть. У меня срочные дела, мне нужно играть. Смешно, так, ох, хорошо. Хорошо, ребята. Я чуть не упал, отвлекся, а. Так, отлично. Я вот не помню, мы с вами ездили сюда или не ездили? В прошлых-то сериях. Не помню, честно говоря, ребята. Уже забыл. Так, ну, по-моему, мы здесь были. По-моему, были, если я не ошибаюсь. Ох, машинка, тихо. Ох, какое же управление все-таки здесь. Я играю на джойстике, ребята, и прям... Чуть-чуть повернешь влево-вправо, и прям машина начинает заносить туда-сюда обратно. Так, потихонечку. Не вижу, куда мне ехать там. Что тут? Эх, стой, машинка. Ух, так, давай. На колесики. Отлично, вроде приземлились. Так, у нас 3 жизни с вами, да, ребят, еще? Это неплохо, это, в принципе, неплохо. Так, вот этот батут надо перепрыгнуть. Отлично, так, сколько мы насобирали? 5 тысяч всего лишь?
Ну, почти 6. Почти 6. Так, ух, прыгаем. Эх, чуть не упал. Чуть не упал. Так, ладно, продолжаем. 6 тысяч, да? 6 тысяч уже есть, но это неплохо, в принципе. Осталось только всего лишь 10 тысяч собрать. Всего лишь, ребят, всего лишь 10 тысяч. Это для нас это мелочи вообще. Так, давайте назад. И вперед, 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 вперед. Давай, 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 машинка, пожалуйста. Есть, отлично. Так, запрыгиваем сюда. Ух ты ж. Ничего себе. Так, здесь обрывчик, надо немножко подразогнаться. И большой прыжок давайте. Отлично, так. Мало, конечно, мы с вами канистр насобирали, но ничего страшного. Давай на колесики. Фу, отлично, на колесики приземляемся. Так, тут что, прыгаем, не прыгаем? Так, на колесики, на колесики. Отлично, ух, идеально, идеально просто приземлились. Так, так, так. Вот я опять не помню, мы с вами доходили до отсюда или нет, ребята. Совсем не помню. Так, сейчас подождите-ка секундочку. Так, все, ребята, опять меня тут отвлекали. Ну, продолжаем, продолжаем, в общем. Так, я вот не помню реально, я до отсюда доходил или не доходил, а? Кто мне скажет? Сегодня что-то какая-то у меня сумасшедшая серия. Прям вот сумасшедшие гонки, сумасшедшие машинки и сумасшедшая серия, вот правда. Все отвлекают, все что-то от меня хотят. То звонок на телефон, то кто-то пришел в гости, там сосед соль попросил. Прям я не знаю, всем сегодня я нужен. Как назло, вот сядешь всегда, вот сядешь, хочешь расслабиться, начать записывать. И кто-то обязательно придет. Эх, ладно, так. Слушайте, нет, тут я, по-моему, не был еще, ребят. Тут я, правда... Ой-ой-ой-ой, куда же я прыгнул? Так, давай. Ох-ох-ох, отлично. Вот машинка молодец наша, отлично. Как она пролетела, этот обрыв, ребята, я просто в шоке. Ух, хорошо, но мы с вами тем временем набираем уже... Уже набираем с вами почти 10 тысяч. Так, давайте вот на эту платформу. Долетит, не долетит, долетит. Ну, пожалуйста, ну, ай, ну почему опять? Ну что такое? Надо было разогнаться посильнее, да. Надо было чуть-чуть сильнее разогнаться. Так, ну ладно, у нас теперь две жизни осталось, и есть шанс, в принципе, вот собрать вот эти канистры. Одну пропустил, ну и ладно. Соберем, может быть, в следующий раз. Так, что здесь опять? Опять прыгать, что ли? Да что такое? Прыгал уже здесь. Сколько можно? Так, ладно. Перепрыгиваем. Ох, опять тут обрывчик, а, ребят. Тут вот какой хитрый обрывчик, да? Вот так спрячется вот и не найдешь же его, не увидишь вот никак, а? Ты посмотри, какой хитрючий, а? Вот кто-кто, а вот эти обрывчики, они очень хитрые. Смотри, вот. Ну, когда видео смотришь, я вот помню, первую серию снял, там я где-то в одном моменте, я не увидел обрыв. И свалился туда. А видео смотришь, вроде видно, а когда играешь, вообще ничего не видно, ребят, вот реально. Вообще не видно. Едешь, и тебя просто все сливается перед глазами. Так, ну что, давайте тогда вот так попробуем, что ли. Еще один прыжок, и вот так, ну-ка, залетай. Есть, отлично, вот отсюда мы точно с вами не доходили, ребят. Круто, фух. Так, ладно, едем пока. Так, что нас дальше ждет? Ух ты, ух ты, да, как так, ну как, ну что такое, что за секреты, а кто это делает? Ну кто это делает вообще, а? Что за подляны? Так, надо потихонечку, так, потихонечку, одна жизнь, последняя, по-моему, и там что-то впереди, смотрите, ребят, я уже вижу, что там впереди, интересно. Такое что-то горит, смотрите, он крутится, интересно, так, это может быть конец карты, а? Кто мне скажет? Может, кто-то знает? Ребят, я не знаю, честно говоря. Давайте посмотрим. Смотрите, там какой-то портал или что это такое, а? Ребята, что это такое там крутится? Так, давайте запрыгивать. Оп, аккуратно, аккуратно, машинка. Фух, так. Да, смотрите, какой-то портал. Реально, ребят. Так. Как мне залезть, а? Как мне залезть туда? Залазь, машина. Так, ладно, давайте скатимся потихонечку. Ух ты, ничего себе. Я даже не знал, что тут такое есть, ребята. Реально не знал. Правда? Первый раз я до сюда дохожу. Смотрите. Так, мы сможем с вами запрыгнуть сюда? Да, запрыгнули. Так, машинка, пожалуйста. Не падай только. Ух. Смотрите, ребята, что это такое? Ну, давайте заедем. Ух ты, победа, да?
Смотрите, мы с вами до конца трассы, получается, доехали. Ничего себе, я даже и не знал. Так, ну ладно, нам сколько нужно? Давайте в меню вернемся, посмотрим. Так, сколько нам нужно? 46, 4 тысячи всего нужно собрать. Ну сейчас я их быстренько соберу, ребят. И мы с вами встретимся уже, когда я буду покупать этот джип. Ну что, ребят, как я и обещал, мы покупаем с вами джипик. Есть, отлично. Все, выбираем его и давайте отправляемся уже. Попробуем его в деле. Ух ты, ну вот это джип. Вот это джип. Так, давайте смотреть, что он может. Так, интересно. Так, ух ты. Что случилось? Ух, ничего себе, он перерабатывает, что ли, у него... Ох, он даже не подлетает на этих батутах, ребята. Интересно, как он ездит, да? Смотрите. Так, сейчас давайте попробуем. Скорость, ох, какой он тяжело управляемый. Ох, ох, ох. Он занимает просто пол экрана, из-за него вообще ничего не видно на дороге, а? Интересно. Так, давайте будем все стены. Да, он, смотрите, все стены просто рушит. Да, как он невысоко, смотрите, прыгает. Его нужно будет прокачивать, ребята. Его нужно прокачать будет, мне кажется, и потом копить на новую трассу. 100 тысяч новая трасса стоит, ребят. Ой-ой-ой, так, притормозим. Пусть это пролетит, эта груда камней. Это скала, так. Давайте собирать, собирать, денежки нам нужны. Так, теперь нужно разогнаться. Давай, давай, джипик, давай. Так, посмотрим, что ты умеешь, какая у тебя скорость. Эх-ох-ох, ну смотрите, вроде бы перепрыгнули. Так, а здесь что? Ох, подлетел немножечко, подлетел чуть-чуть. Ну, он такой медленный, ребят, его нужно, правда, его нужно сильно прокачивать. Зато, смотрите, он заезжает на всякие камни эти, на всякие подъемы такие небольшие. И мне нравится, что он стены сносит, смотрите, перерабатывает просто их. Жух, как пылесос. Ам-нам-нам-нам-нам, все, съел. Съел стену, ам-нам-нам-нам-нам, опять съел, смотрите. Сейчас давайте еще сидим. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, и выплюнул сразу. Как пылесос, да? Всасывает в себя пыль и перерабатывает. Давайте посмотрим на него сбоку вот так. Да, у него, смотрите, видите там, да? Он получается вот этим ковшом. Он, видите, труба идет, засасывает, а отсюда и выплевывает это все. А вот эта труба, я не знаю, ну, наверное, отсюда у него дым идет, газ. Ну, в смысле, это... Так, как называется, уже забыл. О, выхлопная труба, вот. Так, так, куда поедем? Куда? Давайте поедем в эту сторону теперь, ребята. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. У него управление, вы знаете, поудобнее будет, чем у нашей той машинки маленькой. Мне больше нравится у него управление. Он как бы такой немножко нерасторопный, но тем не менее... Ох, тем не менее хорошо управляется. Такой податливый немножко. Если его прокачать, мне кажется, смотрите. А, нет, я думаю, я смогу наехать на этот бугорок. У него же колеса высокие. Но все равно он наезжает, а машинка бы уже врезалась. Так, 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 джипик, 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 перестань. Фу-ху-ху. Что происходит, а? Так, ну я, наверное, здесь просто не смогу, наверное, запрыгнуть на вот эти вот уступы высокие, да. Ему просто не хватает, ребят, мощности, чтобы запрыгнуть. Надо его прокачивать, чтобы он высоко прыгал. Я вот на всю. Нажимаю пружинка. Ах, вот. И еще раз. Да, вроде перепрыгнули. Но дальше, наверное, мы с вами. Не дойдем. Так, ну давайте попробуем. Ох-ох-ох, есть, перелетели. Ох-ох-ох. Потихонечку, потихонечку. Давай, давай, джипик. Давай, давай, давай. Ох, одно колесо, по-моему, провалилось, ребят. Я не вижу. А, нет, оно на трассе. Надо просто... Ах-ах-ах, на газ немножко подавить. Давай, давай, джип, давай. Разгоняемся, едем. Давай. Так, вот это мы все проскочили. Ох, отлично, отлично проскочили. Так, ребята, я не знаю, смогу перелететь или нет. Давайте попробуем. Ох! Так, нет, эх, падаем. Или не падаем. Где мы? Я не вижу. Давай, джип, залетай куда-нибудь. Фух. Смотрите, висим на волоске просто, ребята. На волоске просто висим. Эх, я не знаю, я смогу заехать, не смогу. Давай, заезжай, пожалуйста, заезжай, ну-ка. Нет, он повис просто, ребята. Все, да, мы проваливаемся с вами. В бездну падаем, падаем с небесной трассы. Куда-то, непонятно куда. Земли там не видать. Такое ощущение, что мы где-то там свыше 20 тысяч километров над землей. Потому что даже земли не видать. А
Хотя, может, и больше. Так, ладно, пробуем еще раз прыгнуть. Нет! Эх, нет, не получается, ребята, не получается. Не хватает ему ни скорости, ни мощности прыжка, ничего. Похоже, мы здесь с вами застряли. И дальше мы с вами пройти не сможем на этом джипе. Надо, в общем, собирать, получается, денежки копить. Копить денежки. Давай, 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 давай. Я вот сейчас нажму на прыжок. Ну, нет, не получается все равно, ребят. Не получается, не хватает ему. Летит и все. Так, ну что, я думаю, в принципе, на сегодня задача у нас выполнена. Джипик у нас есть, мы с вами его заработали. Ох, видите, как он обрывы эти преодолевает. Давайте возьмем вот эти вот канистры красненькие. Эх, так, стой, 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 не падай только. Давайте, нам лишние деньги не будут. Так, давайте, может, а может отсюда попробуем? Вряд ли, тут вообще, наверное, скорости не хватит, ничего не хватит. Ну-ка прыгай! Эх, нет, все, он даже застревает, он вообще ничего не может. Так, ну, я думаю, что да, наверное, на сегодня, я думаю, что все. Мы застряли, мы ничего не сможем с вами сделать, поделать. Вот такой у нас получился с вами джип. Прикольный, мне нравится, красивенький такой. Ну, как красивенький, для этой игры он такой красивенький немножко. А так вообще квадратненький какой-то, не знаю, там у него какие-то цепи на колесах, видите? Пары такие у него, ну, такой немножко. Странненький, конечно, джипик, но, в принципе, пойдет. Ну все, ребят, я думаю, что на этом, наверное, закончим. В следующем видео уже продолжим. Будем с вами прокачивать этот джип, будем открывать новую трассу. Посмотрим, кстати, другие машины надо попробовать. Почему нет? Надо попробовать на них тоже покататься, посмотреть, как они в деле. Собираем денежки, покатаемся. Если откроем новую трассу, посмотрим, что это за трасса. Попробуем ее пройти до конца. Ну а вы были на канале Funny Games TV. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем пока, ребята!